Ну, наконец-то, пора сваливать. Возвращаемся на Зефо. Назад на Зефо, а? Имперцы могли найти гробницу Зефо. Нельзя терять время. Жаль. Один из бойцов СО говорил об игре с высокими ставками. Кредиты лишними не бывают, верно? Ставки? Грис, одумайся. Недалек тот день, когда сброд Гаксиона выйдет на тебя. Ха! Эти оболтусы! Да я их за целый парсек учую. Твое увлечение ставками не должно создавать нам проблем с преступными синдикатами. Ты права, я знаю. Просто хочется иногда избавиться от стресса, понимаешь? Но это все в прошлом. Я уверен, проблем не будет. Так, парень, садись, мы почти на месте. Есть что-нибудь? Ничего нового. Все очень рискованно. Не думаю, что у нас есть выбор. Выбор есть всегда. Но те, чьи жизни Империя разрушила и подчинила себе, рассчитывают на нас. На тебя, Кел. Я знаю. Рад, что могу положиться на вас двоих. И мы не подведем. Нужно поддерживать друг друга. Это единственный путь к победе. Этого я не ожидал. Это огромная статуя Зефа. И я подумал, что внутри будут их же вещи. Адаптер? Да, ты прав. Я думаю, что смогу заменить его этим. Давай тебя подлатаем. Ну и как? Хочешь испытать? Что бы я без тебя делал? Стоять! Нарушитель? Ты
Твори свою магию, Вики. Вот так. Базу Империи покидает транспортный корабль. Слышала. Они хотят отвезти артефакты Зефа на Корусант. А это значит? Что Императору интересны Зефа? Может быть. Житель был ранен. Но он убил штурмовика. Сможешь с ней совладать? С командиром. Ага, в его комнату. И что это было? Берегись! Что он делает? Как мы можем победить? Я единственный, кто остался. Только я и ты, джедай! Я не дам тебе убить меня! Можешь открыть? Не беспокойтесь о пропавшем артефакте. Я займусь этим лично. Ты знаешь шутки, Биди? Не знаю. А что? Ха, классика. Внутри же должны быть какие-то сведения о раскопках, да? Всегда остаешься оптимистом. Итак, Джатас. От нас не отделаться!
Что-то нашел, Биди? Она твоя, Биди. Здорово. Я нашел тебя. Инквизиторы? Возможно, но мы далеко от Бракки. Они могут решить, что хватит и штурмовиков-охотников. Или они намеренно тянут время. Будь начеку. Гробницы не видно? Нет. И имперцы намного усилили охрану. Будь осторожен. Береги его, Биди. Мы продолжим поиски. Не выручишь? Эй, Грис, ты занят? Ну, вообще, я смотрел. Хотя нет, я не занят. Я никогда не занят. Ну, так тебе что-то нужно? Я стою рядом с двумя разбитыми кораблями. Похоже, ты не единственный пилот, которого потрепало здешним ветром. Постой, ты только сейчас это понял? Ты вообще с нами был? Я лучший из лучших!
Ага, хорошо. Я просто хотел сказать спасибо. Знаешь, не за что, парень. Но это, мне пора. Дела ждут. Так, в общем, пока. Разведчик, они следят за нами, беги. Стим, беги!
Отряды, красная тревога! Командира убили световым мечом. Уже близко. Я еще раньше его заметил. Чувство под ложечкой. Сначала подумал, что это из-за стрипни Гриза. А теперь оно усилилось. Думаю, чем мы ближе, тем хуже мне становится. Явно ничего хорошего. Удерживаю противника. Целостность нарушена. Не сейчас. Нарушитель избегает ущерба. Я стреляю! Обойди его! Бесполезный человек. Получен урон. Никчемный джедай. Внезапное движение не предвиделось. Хочешь забраться по тросу? Этот мотор должен сработать. Ну как тебе? Теперь мы проберемся в гробницу.
Думаю, ты с этим справишься, Биди. Просто отлично, Биди. Пойдем, Биди. Молодец, Биди. Дай-ка взглянуть.
Как предсказуемо. Да, я знаю твое имя. Твое прошлое. И самое главное, я знаю о Кордове. Скажи мне, где он спрятал голокрон? Отлично. Я тебя уничтожу. Иди сюда, подаван. Не особо впечатляет. Давай сюда, беги. Это слишком просто. Хватит бегать. Талантлив, как последняя ученица Церена, тоже неплох. Ты ведешь им учет. Странно, что Цера ничего не рассказала. Хранит секреты она не умеет. А ты так хорошо ее знаешь, да? Ох, она была слаба. Раскололась на имперском модуле для допросов. Выдала местонахождение своего наивного подавана. Они бы ни за что меня не нашли. Если бы не она... Она предала меня. Ты Трилла. Она самая. Ты не будешь мной манипулировать. Ты так уверен, да? Когда перед ней встал выбор спасти себя или своего подавана, победила ее эго. Она сдаст тебя тоже. Ну, я могу за себя постоять. Можешь ли ты позволить себе этот риск? В душе твоего нового учителя кроется тьма. Видел бы ты ее, когда она узнала, что они со мной сотворили. Она дрогнула. Явила подлинную натуру. Прибегла к темной стороне. Она перестала пользоваться силой. Да? Интересно, как скоро она предаст и тебя? Стоит ли доверять ей, когда ты найдешь голокрон? Что бы сказал Джаро Топал? Ты не имеешь права упоминать его имя. Интересно, что бы он подумал, увидев своего подавана сейчас, скрывающегося в тенях с предательницей, помогающего ей найти легион податливых учеников? Нет, я ни за что не дам их в обиду. Когда-то я тоже так думала.
Спасибо, что помог, Биди. Ты спас мне жизнь. И помог подобраться к гробнице. Мы нашли ее. Здесь все не так, как в другой гробнице. Не знаю, но мне это не по душе. Я нашел ее, но... Цере, почему ты мне не сказала? Она всегда лжет. Ты... как? Я перенаправила сигнал, когда ты попытался с ней связаться. Взлом зашифрованных передач всегда был ее любимым занятием. Она меня и научила. Тем, что умеет Цере, я овладела в совершенстве. Притяжение планеты. Другого объяснения я не вижу. У тебя нет времени. На что? Мои разведчики нашли интересный артефакт в гробнице. Я уже изучаю его, открываю его тайны. Кажется, Кордова был просто очарован этими Зеффа. Возможно, настолько, что спрятал Галакрон среди их костей. Посмотрим, чему же ты научилась.
с этим разберусь. Глядит под ноги. А он хорош. Да я с ним один справлюсь. Ко мне, быстро. Его задело. Он отбил атаку. Он убивает нас. Нашел что-нибудь? Прекрасно. Мой друг, найденный здесь обескураживает. Хорошо, беги. Что это?
туда никак не добраться. Лучше вернуться и сообщить отряду. Сюда! Каждой минутой моих солдат тут все больше. Боишься сразиться один на один? Если бы твой дроид не вмешался, я бы с легкостью тебя убила. Ничего, приятель, не слушай ее. Ты мой! Придется тебе постараться!
Представь, какие артефакты Империя бы упустила, не начни ты шнырять на этой глухой планете. Думаешь, оно того стоит? Я слышал, проект Бур принес большие потери. Штурмовики и рабочие. Пушечное мясо. Ты чудовище. И это, чем меня сделала Цера. Я забрала артефакт на свой корабль для изучения. Жаль, что ты не успел. Можешь красть что угодно. Ты никогда в этом не разберешься. А ты смог бы? Еще немного и узнаешь. Пожалуй, я рискну.
Я заметила кое-что, пока осматривала этот саркофаг. Это место прекрасно подходит для устранения вредителей. Ты заманила меня сюда. В этом и был твой план? Ты правда туп, как разборщик. Присутствует угроза. Получил ранение. Больше никому не погибать! Его задело! Атакуйте его! В погоню! Нужно пробить его защиту! Не дать ему сбежать! Смерть ожидаем! Подаван? Так где сила? Повсюду. Она вокруг меня. Она внутри меня. Именно. Она связывает тебя. Настанет время, когда эмоции, боль, изнеможение запутают тебя. Ты подумаешь, что отрезан. Изолирован. Это лишь иллюзия. Твой меч лежит здесь, вдали от тебя. Но вас все равно связывает сила. Ощути эту энергию. И призови свое оружие. Сила вокруг тебя, внутри тебя, связывает тебя с мечом. Не отвлекайся ни на что. Сила течет во мне. Она связывает нас. Да, пожалуй. Что, нарушил твой план? К счастью, я всегда предусматриваю случайности.
Это джедай! Не отступаться! Мы разберемся! Так и знал, что он сбежит. Назад, я разберусь! Не дать ему уйти. За ним! Попал в джедая! Кому-то пора мне помочь! Да, погоня! Mm.
Это подношение погребенному здесь мудрецу. В то время считалось ценным.
их зажигали, чтобы почтить память погребенного здесь мудреца. Разъем такой же, как в другой гробнице. Молодец. Я вижу. Вот и сфера, питающая этот фонарь. Если фонарь упадет, могу поспорить, он раскроется. Разъем такой же, как в другой гробнице. Молодец. Я вижу. Вот и сфера, питающая этот фонарь. Thank you.
Лианы, только они и удерживают цепь от разрыва. Thank you.
Дуй. За мной, Биди. Удалось найти нетронутое изображение священного артефакта Зефо. Мой друг, присмотрись. Это Миктрул в хранилище на Богано. В руке он держит некий предмет. Я считаю, что с помощью этого предмета владеющий силой способен познать тайны хранилища. Это ключ и проводник. Астриум Зефо. Но кто уничтожил другие его изображения и зачем? Это еще предстоит понять, однако следующий шаг очевиден. Найти Астриум, если хоть один уцелел. Астриум. Ты о таком слышал? И я нет. Но ключ... Да, я догадываюсь. Похоже, мы знаем, что надо найти.